враг по-прежнему силен, по-прежнему коварен. То есть не надо думать, что вот сейчас они все побегут. Нет. И чем дальше, тем, мне кажется, таких террористических проявлений может быть больше. Я буду баллотироваться. Че не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Страх та панічні атаки. Російський воєнкор КОЦ почав скаржитися кремлівському пропагандисту Владимиру Соловйову на широку українську агентурну мережу в РФ. Він вважає, що в Росії буде ще більше диверсій, вибухів та мінусування пропагандистів. Ті не на жарт почали боятися за своє життя після ліквідації Києва. Подмосковье. К сожалению, реалии наши сегодняшние таковы, что Украина очень агрессивно действует в нашей стране, на территории нашей страны через свою агентурную сеть, которая у них очень широкая, и она продолжает ее расширять. Потому что даже если мы будем говорить о вашем деле, это же все граждане России, да, которые собирались организовать покушение на ведущего российского журналиста. Если мы будем говорить о задержанных предыдущих фигурантов различных терактов, это тоже в основном граждане России. Нет такого, что украинцы... Ну, вот это... которая взорвала Владлена Татарского. Это же это яркий, да, пример, да. Но это слушай, Навальня-то очевидная база. Разные, да, антисемитские вот это, группы, очевидная база. Да, вот этот человек, которого взяли за подрыв на железной дороге в Рязанской области, и он же атаковал аэродром Дягилева, тоже поклонник несогласных, да, вот этих рассерженных горожан. И, к сожалению, вот эта агентура, она проникает по всей территории нашей страны. Я помню, когда был налет украинских беспилотников на аэродром в Псковской области, совершенно нетипичная для них цель. Я тогда говорил, что вот с возможностями агентурными у нас в европейской части России уже нельзя говорить о том, что есть безопасные места, и не только в европейские. Вот подрывы там на том же БАМе, они показывают, что, к сожалению, глубоко проникла агентура, и с этим надо что-то делать. И чем дальше, тем, мне кажется, таких террористических проявлений может быть больше, потому что у Украины остается меньше возможностей проявить себя на фронте. А ще пропагандист Соловйов на пару зі своїми недоекспертами зібрався дійти до Атлантики, щоб Росії не нав'язали вульгарний мір. Кажуть, тоді їх болота матимуть гарантії безпеки. У нас же на самом деле, ми ж про них все понимаем. Нам важно одно, щоб нам не нав'язали пошлий мір, як вчора точно було сказано. Нам так от це важно. Тобто, щоб ми ні на що не рассчитывали. Буде там Зеленский, Залужный, да кто угодно, Бендюжный. Нам вообще все равно. Не верим никому. Ни одному слову с той стороны верить нельзя. Единственная гарантия – до Атлантики дойти. Тогда будет безопасно. Чем сильнее будет давление, чем сильнее будет с той стороны желание идти на переговоры, тем нужно себе точнее понимать, тем более хрупкий тот режим, который там сохраняется. Говорить с ними нельзя. Они нас с, ними, уже, да, с ними не с кем уже разговаривать. Уже один раз, и с американцами, не с кем говорить вообще. Просто не с кем. Мы видим сейчас все, что происходит. Видим уже разговоры в Германии, а может, все-таки ядерное оружие в Европу пожирнее, погуще. Они готовятся к войне. Не должно быть никаких иллюзий. Никаких. Они поняли, что их оружие не соответствует их ожиданиям. Ну, нам не надо обманываться. При этом враг по-прежнему силен, по-прежнему коварен. То есть не надо думать, что вот сейчас они все побегут. Нет. Это тоже надо очень четко понимать. Не надо испытывать никаких иллюзий. Кстати, так же, как во время Великой Отечественной войны. Немцы сопротивлялись до последнего. Мы просто гораздо сильнее. Почему? Потому что на нашей стороне правда. Ні, тільки пропагандисти на ГБСТБ можуть виявити бажання захопити дедалі більше територій, аби захиститись від уявних загроз. І обережно, контент, який потенційно викликає нудоту. Диктатора Путіна просять балотуватись у президенти його чудових боліт. Ну а в кінці відео ті, мабуть, забули лише поцілуватись. Ви так багато зробили для нашого Донбасу? Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации, и я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас
принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент, работы очень много. Еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь во все другие экономические форматы и чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! І ось про цю сценку згодом розповів той самий руський воєнний Артем Жога, який ще у 2014 році підтримав терористів на сході України і разом із сином вступив до угруповання «Спарта», де зблизився з терористом Моторолою і став його близьким другом і соратником. Що ви достойно спросили, звініться? Да? Я сказав про те, що... От лица жителей посадебных территорий Донецкой Республики, Луганской Республики, Херсонской, Запорожской, от всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей и знакомых, мы просим его принять участие в выборах президента Российской Федерации. На что он сказал, что времена всегда бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, он будет баллотироваться. А почему сегодня решили нас спросить? Ну, я не каждый день в Кремле, не каждый день я... вижу Владимира Владимировича так близко. Вас поддержали, так сказать, так точно. Со мной были матери ребят, которые погибли. Со мной был герой труда, глава одного из предприятий нашей России. Был человек, шахтер из Забайкальского края. Все мы сошлись в этой мысли о том, что нужно попросить Владимира Владимировича для того, чтобы он баллотировался. И все выступили, да? Так точно. И каждому он персонально сказал «да». С каждым поговорил, каждому ответил. Да. А вы решили именно спросить его или как-то подтолкнуть? Ну, спросить и еще раз повторяю, передать просьбу всех наших жителей, всех, кого я знаю, просьбу, чтобы он принял участие в выборах президента Российской Федерации. Мы, новые воссоединенные территории, первый раз будем участвовать в этих выборах, и мы, я от себя лично... И зараз будет цитата. Вперше в історії нової Росії вибори президента відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері. Ось це заявила глава ЦВК РФ Елла Памфілова. Цікаво, а з чого раптом така токсична атмосфера? В історії нової Росії вибори будуть проходити столь... токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости, бал правит русофобия, бесноватые санкции, бессовестная экспроприация всего российского от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан, и все только потому, что наша страна, страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный русский мир. А що тут ось відбувається? Панов, потрібна ваша експертна думка. Поставте, будь ласка, діагноз цим клоунам. Тут навіть коментувати нічого не хочеться. Тому що якщо б хтось із американських кандидатів, політиків, захотів допомогти американському народу, ну, а ты подумай, дорогой человек, вот у тебя 52 миллиона человек, граждан Америки, сидят на дотациях, и без этого они просто будут голодать. Причем вы в марте еще этого года очень серьезно снизили дотации на продовольствие для этих голодающих американских людей. Ты что-то для этих людей сделал? Ты собираешься делать для них? Нет, он рассуждает что-то о чем-то другом. Есть люди, которые не имеют жилья над головой. Ты что-то для них собираешься делать, для этих американцев? Он показывал этот перечень городов, где огромное количество убийств. Я удивлен, кстати, что Детройт не на первом месте, но, видимо, новая мэр, демократическая мэр Нового Орлеана, она постаралась, она сработала, видите, обошла Детройт почти в полтора раза. Хотя вроде как Детройт – это мертвый город, когда-то это был город номер 3 в Соединенных Штатах Америки. Когда-то это был центр американской промышленности, когда-то это было, по сути, сердце Америки, потому что Америка, что такое Америка? Это автомобили, там автомобили, производящиеся для всего мира, это был Детройт.
Сейчас этого города в принципе нет, и, может быть, поэтому, кстати, маленькое количество убийств, потому что там, ну, сравнительно маленькое, сравнительно с Новым Орлеаном, потому что людей, в принципе, стало меньше. Вот этими задачами вы собираетесь заниматься? Тим часом Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції бойовика Русич Яна Петровського. У Фінляндії в серпні 2023 року правоохоронці заарештували Петровського. Проте вже за 4 місяці Верховний суд Фінляндії постановив звільнити злочинця та відмовив у його екстрадиції до України. Однією з причин, які Верховний суд Фінляндії аргументував відмову, названо умови утримання в українських тюрмах. Зокрема, мова йде про те, що Європейський суд з прав людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції з прав людини. Верховний суд Фінляндії зазначив, що Петровському в Україні загрожуватиме поводження, яке принижує його гідність. Ну, коротко про цього злочинця. Його позовний слов'янин, він уродженець Іркутська. Один із лідерів російської терористичної групи «Русіч». З 2014-го вона воювала в Україні, потім у Сирії. Брала участь у боях на Харківщині вже під час повномасштабного вторгнення Росії. І саме Петровському його банді інкримінують на жорстокіші злочини цієї війни. Фото та відео, які публікували бойовики угруповання «Русич», за межею жорстокості. Висновки робіть самі. На цьому в мене все, друзі. Ставте лайк, з мене наступний випуск.